Ах, Париж, Париж. Здесь лучшие рестораны мира. Фуагра и суп из шампиньонов. Всю свою жизнь я мечтал стать самым лучшим поваром. Странная мечта для крыса, а? Но я всегда верил, что трудолюбие и немного удачи, и мой талант все увидят. Крыса! Что смотрите, ухи, если кто-нибудь узнает, что у нас крыса на кухне? Вперед! Поймать, обезвредить! Бросить в бак! Что смотришь на меня так? Это ведь ты насыпал туда горы специй! Я недотепа. Готовить не умею. Ладно, повар плохой, так еще и умалишен, и вам с крысой говорю. Ты кивнул? Ты меня понимаешь? Я не повар. Вот ты? Да. Откуда эта ложная скромность? Ты же крыса. Что, у тебя те же мысли? Надо разработать систему, по которой ты будешь управлять мной. Хватит! Хватит что? Хватит! Злить меня! Я хочу творить, пап! Сторонись, Сергей, от них все плохо. Лапки моем, жрем помоем. Как тебе удалось? Готовьтесь все! А вот попробуй это! Чувствуешь безумие специй? А, насчет безумия согласен. Да, грубо, но мы же французы. Моя кры... Чего твоя кры? Са, надо мной издевается, он и его крыса. Крыса стоят! Мы с тобой вместе! Лучший повар Парижа! Рататуй! Вы в Париже, мышки мои! Мой город! Эй!